пешку в один ход. Так это спорт высоких достижений. Только в нем зимают пешки в один ход. В чем-то. Ты поставил ему задачи нерешенные на глубине 5 ходов. Нет. Не, ну он зевнул ферзь А7, такое можно зевнуть. Ну вот это точно зевнул. Я, к сожалению, ее не знаю. Нет? Нет. Я не играю так белыми. А зачем ты так сыграл белыми? Ну, я часто играю в приз белыми, то что я не играю белыми. Это же самый важный матч в твоей жизни. Кто, кто главный молодой талант? Сейчас Дворкович смотрит. Ну, Артемьев, конечно, главный молодой талант. Что в чем спор? До сих пор. Хотя он, к сожалению, не прогрессирует совсем, если честно. Ну да. Как и Филосей. Не, ну... Я-то прогрессирую, но беда в том, что... Ты каждый турнир 3 пункта прибавляешь. Да. То есть представь, у тебя 70, у тебя будет 2800. Угу. Будешь доволен? К 70, я думаю, что мне уже будет все равно. Какой у меня рейтинг. Да. Ну, какой-то мужик написал, что белые играют на 1200 пунктов. Ну, что-то в этом есть. Не, вообще мне не нравится, как эта партия пока протекает. По-моему, черных уже чуть лучше. Или ничуть. Вот, да. Не, ну может ничего на самом деле такого страшного, но слегка неприятно. Может жертву качества сейчас смотрим. Хочет жертву качества. Ладья C1 надо играть, чё. Мне не нравится, что там все под напряжением будет. Петя, ты расскажи зрителям лучше, как ты провел выходные. Ой, эти выходные я был дома. Но я могу какие-нибудь веселые рассказать. Какие-нибудь веселые выходные? Ну да. Расскажи веселые выходные. Таких не бывало. На прошлых выходных я был на пейнтболе на день рождения. И там и потом был застолье. Понятно. Там выступал... Тебе-то я не сомневаюсь. Кто там выступал? Выступал Брюс Хлебник. Это вот типа нашего соперника? Человек на земле. Ага. Он рвал... Рвал. Его рвало. Нет. Он еще сел на шпагат на стуле и на плечи себе поставил именинника. Потом он рвал телефонные справочники, потом он рвал календари, а потом он надул грелку. И она лопнула. Так люди, которые вот очень сильные, у них что, что-то с головой происходит? Или зачем это все делать? Не, ну это на день рождения, ему заплатили за это, и он выступил как... У него такая работа. Понятно. Вот, потом что я делал? Чё у нас за позиция тут? Хуже у белых, наверное, всё-таки, ну? Чё дальше рассказывать? Нет. Рассказ не удался, извини, Петь. Не, сейчас Мишка вообще-то выиграет. Кто? Ещё интересно, кто её выиграет? Ладно, заводим всё, наверное, как-то активно. Временно у нас 2 ладьи. Против друзья. Да, чё-то мне не нравится это всё. G4, G5. Быстрее. Ну, тебе... Как сказал Ерсаныч в своем последнем видео, некоторые эксперты считают, что ферзь это 10 пешек. Вот, если... А вот главный эксперт Ерсаныч считает, что ферзь это 9,14. Нет. А в чем? Ну, коня на C6 быстрее. Что ты думаешь? Короче, если... А угомонись, все нормально. То Никита нормально появится. Тут, знаешь, главная проблема тут, что будет быстрее. Я проведу ферзя, или конь пойдет на G3, я получу мат. Да, вот это ты. Это вот блиц, блиц мастерство. По-моему, я проведу ферзя раньше, кстати. Блин, а зачем ты допустил это безобразие? Хотя это G4 может пойти, да? Так, как играть? Ферзь D8. G4, да. Ферзь D8 хороший ход, наверное. Хороший. Все, он G4, блядь. 8 секунд, блин. Ну опять Никита переигрывает. Вы не волнуйтесь, я опять уроню флаг.
Да мы не сомневались. Что вы так переживаете? За Володю. Володя, все будет в порядке. Подожди, мы можем на матом посчитать дело? Так, шах. Или пешка. Важнейшие виды, да? Нет, я просто уже не успевал ничего прикинуть. Ешь что-нибудь? Не, ну, когда все некрасиво выступают. Мама, красиво, рубит пак. Ну а как? Ну а что, сдаваться в этой позиции? Как тут красиво поступишь? Ну, нравится, что выиграно, во-первых. Так говорит Евгений Шувалов. С уважением надо служить. Не, между прочим, в серьезные шахматы за доской я не проигрываю, Володя. У нас счет равный. А, да, ты же не играл, да. Он не согласится. Вот она. Не отклонил ничего. Играем на победку.